А тут став на камни, что ты? Так, все выносится, все прибирается. Сколько велосипеда? Пока что убирай. Да, я зараз баллон положу и все. Он туди, а там будет чистка, там будет. Не-не, там я буду работать, слышишь? На улицу, а что с ним еще? Да не, на улицу мне пропадет сразу. Тогда пока тут этот... А сарайчик у той? Домашнюю кухню давайте, давайте, может. А, на кухню, не? А на летнюю вот эту кухню? Летнюю кухню, не? На подпичек пока. Хорошо, а ты... Припичек. Конечно, спешу. Так, будь ласка, стол мне занесить. Привет. Сейчас буду затворять. Сегодня только цементный раствор, потому что буду вот эти щели, видишь? Вот щели крупные. Вот эти крупные щели все заделаю сегодня. Они завтра, до завтра подсохнут немного. И завтра уже буду известковый раствор и сверху прямо известковым раствором. Вот как там я делаю, то уже здесь доделаю. У меня две задачи. Вот эта стена и эта стена. Те потихонечку уже доделаю. Это стратегические запасы. Но да. Галя, смотрите на канале Пиклит. Галя расскажет, где у нее что здесь лежит или стоит. Или что. Если места не хватает, то придется вот здесь. Да, еще будут. Я сделаю. Валера приедет уже меня заменять. Он будет уже делать полки здесь и все выкладывать. Это Миша, наверное, полки будет сварку делать. Не знаю, кто будет. Но, в общем, Валера и Валера тоже сварку же делает. Может, Валера сам сделает. Миша же на работе. Да. Валеру пригласи отсюда. Керхер, мойка. Детская. А, детская мойка. Пусть будет поиграются дети. Хорошо. Она рабочая причем. Да? Да. Подключаешь. А что им мыть? Это как машину пылесос? Мыть. А, машину? Велосипеды вообще домой попробуй. Ну ладно. А ты чем здесь занимаешься? Галя сказала, что надо сортировать эти инструменты. Ну, в общем, порядок приводить все. Ага. Все в порядок приводить. Она немножко хочет это. Штукатурка. Собраться в складу давно. Сейчас одна светлая. Я помогаю, потому что... Сама столешня, она... Это фанера. Ты по ней особо не прыгай, можешь провалиться. На какой столешне? Ну вот, вот это вот такая еще. Да не, я не буду прыгать. И вообще я похудела, Вася. Да, так что не болите, не провалите. Могу на фанере скакать. Уже. Я не ватрю. Каждый раз привозим что-нибудь все. Галя с Васей, Галя с... Заваливаем, заваливаем. Теперь надо самим же и разгребаться. Галя, нет двери. А сверху нет? Сверху нет? Не влазит? Не влазит. Ай-ё. Лавочка вот есть. Ну да, на лавочке попробуй поскочи. На этом столе тоже скакать нельзя. Великое прибирание наступает. Немножко прибирать. Смотри, стоит специально она здесь. Она еще тяжелее, чем этот стол. Причем тут тяжелее, если оно не входит вообще туда. А, тоже не войдет? Нет, нет, это-то, знаем, это-то войдет. Это-то войдет по ширине. Так, цемент. Цемент. 500-ка. Это марка. Марка 500. Потому что бывает цемент и 400 марки. Там надо ложить больше этого песка. А если цемент марки 500, то надо ложить песка меньше. Надо 1 к 5 ложить, но я всегда 1 к 4 ложу. 2. На 2 ковшика таких. На 2 ковша.
Вот это ровно 8 здесь. Вот этот, я знаю, уже измерила. Там ровно 8. Видишь, теперь я уже измерять не буду. На 2 кружки, на 2 черпака цемента пойдет 8 черпаков песка. Песок я уже весь песок я уже взяла. Пересеяла, да. Ситечко взяла, пересеяла. Я понемножку буду. Песка буду добавлять понемножку, а водички буду сразу разбавлять с водичкой и мешать. Водичку сколько ты берешь? Водичку я доведу до такой нужной консистенции. Если вот завтра, например, известковый раствор, я буду делать гуще, потому что он мне нужен, видишь, стены неровные, надо будет хорошо мазать. А сегодня мне надо, чтобы пожиже было, потому что туда я буду камни забивать, чтобы меньше ушло раствора. Буду забивать, приготовила камни, побила, сколько мне надо, примерно какие нужно. И буду туда вставлять камни. Камни должны держаться, поэтому цементный раствор готов. Расскажи себе это, как... откуда ты знаешь? Мы уже же не один дом построили. Это уже опыт. Ну, раньше это все мама наша подсказывала. Папа в основном делал, мама. Папа делал, да. Мама помогала. Мама всегда. Мама, она еще и до меня несколько домов были построены. Поэтому мы уже эти все вещи знаем. Галя он очень хорошо знает, Тамара. Ну и я, конечно. Я к тому времени как раз вот этот последний дом строили, когда там уже в основном растворы папа делал. А я ему помогала. А Люба что делала? А Люба была маленькая. Люба, подай, принеси была. Подай, принеси, да. Помнишь, знаешь, что на солнце кирпичи сушились, и я переворачивала эти кирпичи. Ну да. Чтобы сушилось со всех сторон. Да. Носили эти кирпичи по 6, по 5 штук. Берем и носим. Когда они высушатся. Мешали. Ну да, надо же. Основной замес делали, ну, обычно папа делал. Потом, если папы нету, я делала. А Люба уже стояла, подмешивала. Чтобы оно не затвердело, надо постоянно помешивать иногда. Еще кирпичи, я помню, когда строили кладку, то я подавала. Мастер у нас Атабай Сабурыч делал, а я подавала снизу. Или привезут, допустим, там что-то, тот, кто таскали в основном. Мы еще в Тарасовке дом строили, помнишь? Ну да, там уже все сами. Там точно все. Нет, ну там мастер у нас был. Атабай Сабурыч, папин друг, строил. Это под Киевом уже. А мы помогали. Привезут кирпичи, надо быстро освободить машину. Мы бегом. Даже дети маленькие помогали все. От Азиза и до Камала все помогали. Все встанут в ряд. Вот, да? Снимать бы тогда. Ну да. А мы как муравьи, а водители все были такие в шоке, как быстро-то освобождали им машину. В цепочку все станем по 2-3 ряда и давай. Передаем, бегом все. Лентяев не было. Даже дети маленькие, то быстро. И Люда, и Светланка. Девчата тоже помогали, мужскую работу делали тоже. Ну, то есть кирпичи подавали так туда-сюда. Ну да, тут уже никто не смотрел. Мужская, женская работа. Да. Надо было быстро освободить. Да. Огромные машины приходили, да. Ну, не успели мы так хорошо достроить этот дом. Ну, почти же весь достроили низ. Низ, да, первый этаж мы построили, а дальше уже все продали. Продали. Мы когда дом строили... Мы же и кирпичи сами лили. В основном, конечно, Тамара. Она на 4 калифа брала. А калиф — это вот эти отделения, 4 отделения, вот такое вот специальное, как из досок сделанное, специальная такая, это, с отделениями. Ну, то, знаешь, вот такие, она тяжелая довольно-таки сама по себе. А у меня на 2 было.
И вот папа, значит, делает такие, иногда сами делали, вот так откатываем. Мы глину брали, да, глина, песок, вода, да, все глину, это размешивали. Замешивали, потом она немножко постоит, потом с песком ее откатывали вот так вот. И делали как вот из теста, небольшие, как, да, делали, как будто бы, да, получалось. Вот такие вот, как зугалашки делали. И туда вот так вот со всей силы чук-чук на четыре. Это внукусе надо показывать, внукусе, конечно. Да. И ровненько вот так вот снимаешь. Потом поднимает Тамара и туда раз переворачивает. А на земле тоже немножко песочка насыпем. Ровненько подметем, чтобы чистенько было. Туда песочек насыпем. И на нее прямо вот так вот кидаем. Я две, Тамара четыре. Я две, Тамара четыре. И так вот мы все эти на солнышко сушиться ставили. А потом переворачивали их, чтобы они высохли. На другой день опять. Это же моя была работа. Да. На солнышко я переворачивала. Сначала вот так сушишь. Потом вот так сушишь. Потом вот так сушишь. Потом уже четвертый раз вот так. Короче, да, со всех четырех сторон. Да, да, да. Потом то, что высохло. А внукусе солнце жаркое, да. Быстро высыхало. Да, ну как в печи. А потом выставляем вот так вот с расстояниями, чтобы оно дальше стояло, сохло. И следующую партию. И так вот каждый день, как минимум, делали хорошо. Особенно Тамара, конечно, в основном это все дело Тамара. После того, как высушили, мы возили и тачки, все время тачки, и песок тачками, и щебенку тачками, все тачками. И нагружали так, что везли, аж глаза вылазили. Но мы так старались. И кирпичи, когда сушились уже, после того, как высохло, оно же, надо переставить его поближе к дому. И, значит, нагружается доверху кирпичами тачка. И везем эту тачку со скоростью, Тамара нагружает до самого верху и со скоростью везет до дому. А там уже мы тоже помогаем выгружать, быстро-быстро раскладываем. Вот. А тут один родственник пришел к нам, ну, ему лет 22 было, и он думает, о, женщины тут, я запросто справлюсь. Как взял эту тачку, хотел повезти и перевернул ее. Даже не мог сдвинуть с места, до такой степени тяжелая была тачка. И потом рассказывает, говорит, боже, говорит, ничего себе девчата таскают, говорит, я, говорит, вообще бы не, даже, говорит, я, говорит, поднять ее не мог, говорит, мне, говорит, неудобно, говорит, но с другой стороны, говорит, ничего не мог сделать, только перевернулась тачка, говорит, и я уже стал поменьше, говорит, носить. В общем, помог один день, называется, и больше сбежал от нас. Вот такие были у нас сложности. А сейчас... Если понемногу, можно сделать все. Все. Вроде я уже, раствор у меня готов. Сейчас начну уже заделывать дыры. Видишь? Она не сильно жидкая. Нужно. И в то же время оно и не густое. Все, теперь надо мне небольшой таз, чтобы... Сейчас дети уезжают, Тарас, это Свете надо передать. Вот это они. О, а что это я это взяла? Пойду отнесу. Это все Свете и Мише. Там сейчас сын. Все подписано. Все, да, все подписано. Все подписано. Какого года? Да, Галя этикетку сняла. В каком году закрыто? Это груша, что ли? Это груша, что ли, или абрикос? А, абрикос. А, персик. Персик. Это у вас который рост? Да. Я ж любым собираю. Они ж еще будут возмущаться, что я богато передала. Мне еще ж не хотят брать. Для чего я это все делаю? Для кого хоть спрашивается? Но я уже так. Без спроса их не передам. Хотят пьют, хотят угощают. Видишь, еще попробуй угоди нашим детям. Люба будет камни продавать. Если бы сюда стол влез. Подавать или продавать? Подавать. Подавать.
Если бы сюда стол влез, было бы хорошо. Я бы никого не просила, сама бы этими аккуратненько ложила бы себе спокойненько. А теперь придется, чтобы один человек мне тут подавал еще. Щели большие просто надо. Это не для тепла, а для того, чтобы просто ровно было. Свет, а вот эту щель как ты будешь закрывать? Не для того, чтобы ровно было, а для того, чтобы меньше выходило этого. Раствора. Раствор. А эту щель я оставлю. Валера приедет, сам он сделает. А это отдушина, наверное, да? Вентиляция? Да, вентиляция? Да, он должен там провода или что, я знаю, что-то будет. Это еще не все. Света, это у нас будет репетиция перед постройкой дома. Хотя скажи, в детстве была репетиция, да? Не в детстве, а в юности была репетиция. Уже прошла, здесь уже капитально все. Да. Может быть, строители нормальные попадутся, не тяпля. Не надо будет доделывать, да? Да, не надо будет доделывать. Да, это ж Вася рассказывал, как они тут начинали. Тут строили строители такие. Приходится вот уже сколько лет Галя с Васей переделывает все это уже. Доделывает, да. Доделывает, переделывает. Все, уезжает уже. О, Денчик, бежит сразу. Ау, Денчик! Люба, что там так цементом воняет? Все, Оксана, все понятно. Все понятно с тобой. Ну, прикол, только поговорили. Да. Ой, он еще и машины еще ремонтирует. Сколько заводы ты видишь? Когда это будет? Автомеханик. Все умеет, видишь? Ну да. Машину починить тебе. Заряжает машину. Угу. Да, машину заряжаешь? Отходи, Вова. Че там шашлык? Куда Оксана пришла? Ай, ты моя солнце. Ай, ты моя солнце. Ты моя солнце. Ай, ты ему глаз не выколи. Дэн, убегай. Все понимаю. Дэн. Если держаться будет крепче. А ну, если ты так накидаешь, оно будет вываливаться. И вот это вот некрасиво. А ну-то, глянь. Сегодня сидит в ресторанчике, песенки поет, Вова. Ага, я не успела заснять, как он сидит и поет песни. Ох уж и дедушка с бабушкой сколько денег надавали. Котлетки забыли, котлетки. Да, это же... Да, котлеты, на, посуду, да, ваша, до Светы. Даю, а, даю. А мы Свете когда завезем? Ну, сейчас до Светы заедем. Да? Ну, конечно, ну ты шо? Даже Денчик провожает, Денчик. Все, давайте. Пока, Дядя, давай. Пока. Вот спасибо вам. Спасибо вам. Ты хорошо и попрацювала, и выпила, и запустила. Пока. Пока-пока. Ой-ой-ой. Дай. Он уже боится, что останется. Какао. Не суть, что ты будешь? Какао. Такие смешные, набирай ложку. Мама, даю. Все, пока-пока. Пока-пока-пока. С того боку, Вова, хочет, мабуть, в кресло. Да. Пока. Пока. Ой, Тарасик, ты развернул уже? Да садись его так. Ну, ты сними его, Оксана. Я сниму, давай там, ну, перекидайте сюда. Вот, все, нормально. Разбирайся. Все, спасибо. Все, спасибо. Счастливо. Пока. Пока. Все, пока. Все, закрываем. Нас нет дома. Все, закрыли. Денчик, все, проводили. Я же чай там сделала.